Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на наушниках Sennheiser CX Plus узнать версию и серийный номер ваших наушников. Заходим в приложение Smart Control от Sennheiser, нажимаем настройки, после чего нажимаем наименование модели. Здесь написан серийный номер, номер прошивки и вся такая информация. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!